Всем привет! Это Надым, и вот именно здесь, в таком достаточно простом квартале, можно обратить внимание, такое очень красивое панно или стрит-арт. То есть Надым, ну Надым — это Ямало-Ненецкий автономный округ, один из городов. Надым четвертый по численности населения, и вот можем приблизить здесь посмотреть, как же здесь все это существует. Действительно, вот очень ярко так вот написано «Наш Надым». И вот нарисован такой быт ненцев. То есть это справа написано ЕКЭ, это, насколько понимаю, бубен. Можно обратить внимание, что справа также это бочки с солярой. Ну и сам вот ненец такой вот с определенным таким колоритным. А это, видимо, его какие-то подопечные, там собачка, там, вот, ну понятно, подопечные. И вот такое вот панно, то есть оно во всю высоту этого здания. Здание тут, помню, 5 этажей, то есть действительно очень яркая, красочная такая картина. Ну, как мне объяснили, то это делает местный татуировщик, местный человек, который занимается такими художественными, при поддержке местной администрации. Так что вот здорово, это другим городам можно взять это на заметку, на пример. Действительно впечатляет. Кроме того, там еще есть и где-то примерно 200 метров отсюда такой интересный, красивый олень и тундра. Вот, то есть ленивод ловит там кого-то, тоже это впечатляет. Действительно очень ярко. Очень яркие краски. И это также это находится на проспект Ленинградский, дом 19. Так что вот так вот вечером в Надыме, здесь тепло, здесь хорошо, нет дождя, и вообще здорово. Вот, ну а мы... Как же женщина 83-го года выпуска, не интересуетесь, да? Да, но можно обратить внимание, вот мне тут советуют, что с левой стороны есть стрит-арт советского пошива на здании из 9 этажей. Вот, можно обратить внимание, вот такая вот действительно стройная женщина в белом платье, которая... Да, северная такой, да. Которая, насколько понимаю, то есть там дарит какой-то кораблик, либо еще что-то на фоне встающего солнца. Ну, действительно, то есть вот это разная эпоха такая вот. Вот, Таша, ну вот такие вот прогулки по Надыму. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем привет.